Всем привет, меня зовут Хусейнов Наиль, я доцентист и ML-инженер в Leroy Merlin. Если по каким-то причинам вы не слышали, что такое Leroy Merlin, то это DIY-ритейлер, мы входим в группу компании Adeo, и помимо нашей компании, там еще 32 других компании. Я работаю в команде Data, нам на текущий момент 2,5 года. За это время мы успели развернуть собственный ДВХ, настроили потоки внешних источников и разработали более 10 дата-продуктов. Сейчас мы продвигаем Data-Driven подход в компании, продолжаем разрабатывать новые дата-продукты, интегрируем источники данных ДВХ. И что для нас очень важно, мы работаем только с open-source продуктами. Если коротко о моем докладе, то мы разработали стандарт разработки дата-продуктов в компании и тем самым обеспечили воспроизводимость результатов исследований, версионирование артефактов, мониторинг и визуализацию пайплайна продуктивизации моделей. А также разработали единую структуру ведения дата-продукта в Git. Вначале я расскажу про проблематику, с которой мы столкнулись. Дальше пробежимся по пайплайну продуктивизации дата-продуктов. И я расскажу про те требования, которые мы для себя формировали. Потом расскажу про те open-source решения, которые мы сравнивали и пытались применить для наших требований. И расскажу, какой подход мы в итоге выбрали. А в конце, в заключение, я расскажу про формирование структуры дата-продуктов в Git. Сейчас у нас очень быстро растет дата-команда. И, соответственно, растет количество дата-продуктов. А доцентисты, которые реализуют эти продукты, их исследования начинают пересекаться. Еще у нас есть большое количество дата-продуктов, которые мы реализовали ранее, и поддержка этих продуктов отъедает большое количество времени. Еще у нас есть требование внедрить наши наработки в другие компании группы Adeo. Соответственно, мы решили для себя, что нам нужна единая структура дата-продуктов, и какой-то простой способ доступа ко всем исследованиям наших доцентистов. И по возможности сделать так, чтобы все эти исследования были воспроизводимыми. А для того, чтобы снизить количество времени, затрачиваемое на поддержку дат-продуктов, мы решили, что нам нужно максимально сделать наши продукты максимально прозрачными в части продуктивизации решения. Сейчас я расскажу про пайплайн разработки дат-продукта. Пройдемся по основным блокам и расскажу, какие для себя блоки мы подсветили. Для этого можно воспользоваться схемкой, которую нарисовали ребята из Гугла. Здесь представлены все основные блоки, из которых состоит разработка дата-продукта. В целом эту схему можно разбить на три основных этапа. Первый этап — research. Здесь происходит формирование гипотез, проверка этих гипотез, обучение каких-то начальных моделек. В нашей компании мы используем Jupyter Notebook для этих задачек. А код храним в Git. Но есть вот блок, который у нас вызывает большое количество вопросов. Это как мы храним датасеты, модели, как это все дело версионировать. Тут появляется большое количество костылей, потому что вариаций того, как это делать, довольно-таки много. На следующем этапе ретрейн пайплайна происходит обучение моделек и обновление датасетов. Здесь мы используем Airflow, а вот на этапе, когда нам необходимо складывать модели и их метаданные, хранить метрики, опять же появляется большое количество костылей. Этот этап мы взяли на проработку. На следующем этапе сервинга мы используем Kubernetes и прорабатываем решение того, как мы мониторим перформанс наших моделей. Если резюмировать, то у нас три основных этапа — research, retrain и serving. На первом этапе мы имеем питоновские ноутбучки, конфиги моделей, да, датасетов, какое-то видение того, как у нас будет выглядеть наш пайплайн. Соответственно, наши основные требования — это обеспечить воспроизводимость наших ресерчей и версионирование моделей датасетов и каким-то образом сделать так, чтобы эти ресерчи можно было между собой сравнивать и выбирать наилучшие. На следующем этапе мы получаем обученные модельки и метрики этих датасетов и моделей. Соответственно, наши требования — каким-то образом собирать эти метрики датасеты, их визуализировать и в идеале добавлять к этим метрикам бизнесовые показатели для того, чтобы можно было их коррелировать. На следующем этапе у нас появляется докер-образ, который дальше деплоится в Kubernetes, и эту всю историю надо как-то мониторить. Также у нас есть два дополнительных требования. Это разграничение доступов для пользователей и каким-то образом сделать так, чтобы это решение было единым для всех наших дата-продуктов. Дальше мы начали ресерчить open-source решения, которые есть на рынке, и подгонять их под наши требования. Первым делом мы закрыли для себя вопрос того, как мы мониторим перформанс наших моделей, выбрали Prometheus, потому что на текущий момент это де-факто стандарт в нашей компании. Дальше смотрели в сторону MailFlow, поняли для себя, что это отличный инструмент для того, чтобы проводить ресерч, так как он логирует все этапы
обучение моделек, клево хранить метрики, их визуализируют, там очень хорошо можно сравнивать ресерчи между собой. Однако минусом является то, что он не умеет работать с датасетами, он их никак не хранит, и метрики с метриками тоже не работает. А еще из минусов мы выделили то, что под каждый продукт нам приходится разворачивать свой инстанс MLflow, что тоже довольно-таки неудобно. Потом мы посмотрели в сторону DVC. DVC умеет работать, в отличие от MLflow, с датасетами. Метрики он хранит в Git. Однако такие метрики мы не можем показывать нашему бизнесу. Поэтому мы решили использовать инструмент DVC, но добавить немного кастома. Таким образом, у нас получилось, с одной стороны, у нас есть DVC, который работает над гитом и хранит данные в Object Storage. Мы выделили набор скриптов, который позволяет с ним работать, и развернули рядом постгрессовую базу данных, и все это дело обернули питоном. Таким образом, мы получили наш Model Registry, который представляет нам весь основной функционал, который нам необходим. Это получение текущих данных и моделей, выгрузка в систему новых данных и моделей, хранение метрик, их визуализацию. Для того, чтобы визуализировать всю эту историю, мы можем использовать любой BI-инструмент, который есть в компании. В нашем случае это Power BI Tableau. Сюда же мы добавляем наши бизнесовые показатели и показываем, как влияет процесс переобучения моделей на эти бизнесовые показатели. Таким образом, у нас на этапе research у нас есть DVC, а на этапе продуктивизации решения мы используем наш Model Registry, который, опять же, работает над DVC. Остался третий вопрос, как складывать код в Git, как настраивать над этим всем CI/CD, так, чтобы он всем подходил и всем нравился. Как я говорил ранее, структура ML-проекта состоит из трех основных этапов — research, retrain и serving. Соответственно, мы решили, что можно сделать вариант, когда все эти три этапа живут в своих репозиториях. Однако есть небольшая проблемка с тем, что начинает дублироваться код. На этапе research мы получаем какое-то видение модели и ее конфиги, и дальше нам нужно перенести этот код в остальные два репозитория. И дальше мы проводим новый research, моделька обновляется, опять ручной перенос кода в другие два репозитория, и похоже, что неизбежно будут плодиться ошибки. Поэтому мы пришли ко второму варианту — сложить весь код в один репозиторий. Так вроде как у нас должно минимизироваться количество дублируемого кода, однако появляется проблема с тем, что довольно сложно мерджить ветки между собой. Так у нас получается, что есть research, в котором дата-сайентисты руками вносят изменения в репозиторий. Есть автоматическое изменение репозитория через Airflow, когда обновляются метрики моделей. Поэтому мы пришли к третьему варианту — вынести research в отдельный репозиторий, а pipeline и serving объединить в один другой репозиторий. Таким образом, у нас мало дублируемого кода, и нет никаких проблем с мерджингом веток. Если рассматривать структуру репозитория, которая относится к research, то тут есть три основных фолдера. Фолдер с ноутбучками, здесь у нас лежат все наши исследования, скрипт, который позволяет получить последнюю модель, которая уйдет в прод. Есть фолдер с данными, сами данные в Git не лежат, они фактически версионируются через DVC. И есть фолдер с модельками, здесь лежат конфиги этих моделей, какие-то гиперпараметры и темплейты, которые позволяют инициализировать эти модели дальше в ретрейне и в сервинге. Разработка выглядит следующим образом. У нас есть основная ветка main, от которой мы бранчуемся и проводим новый research. Если research успешный, то эту ветку мы дальше мерджим в main. Если говорить про второй репозиторий, то тут лежат DAGI Airflow, код, который позволяет собрать докер-образы, и общий фолдер, который относится к предыдущим двум, с моделями. Он аналогичен тому фолдеру, что есть в ресерче. И здесь точно так же лежат информация по последним метрикам, которые появились на этапе ретрейна, и информация о том, как инициализировать эти модели. Разработка в этом репозитории делится на три основных типа. Первый тип — это когда нам нужно изменить наш пайплайн, как-то его доработать и, в принципе, разработать. Тогда мы делаем бранч из мейна, проводим какую-то разработку, тестируемся на тестовом контуре ветки develop и в случае успеха создаем новый тег, по которому Jenkins видит изменения и деплоит наши изменения на кластер Airflow. Второй тип — это когда нам нужно изменить код сервиса. Например, у нас обновилась модель, и нам нужно ее как-то по-другому инициализировать. Тогда мы точно так же бранчимся из мейна, ведем какую-то разработку, тестируемся на тестовом контуре
И для того, чтобы Jenkins подхватил изменения, мы создаем релиз. Третий тип — это автоматическое изменение кода в этом репозитории. Так, в каждые N дней запускается Airflow, который начинает переобучать модели. Для этого он создает новую ветку, в которую обновляет датасет и модель. Дальше эта модель будет сравниваться с текущей продовой моделью. Для этого подгружается датасет, который не видел ни та, ни другая модель. Получаем метрики. И в случае, если модель оказалась лучше, чем текущая продовая, эта ветка мерджится в main. И опять же создается новый релиз, по которому Jenkins подхватывает все это дело и пушит в Kubernetes. Если говорить про наши итоги, то перед нами стояла задачка сделать единый стандарт, по которому мы продуктивизируем наше решение. Для этого мы собрали требования, рассмотрели некоторые open-source решения. В итоге поняли, что без кастома нам не обойтись, и запилили свой Model Registry. Сейчас мы его пилотируем на двух новых дата-продуктах. Уже сейчас видно, что мы получили воспроизводимые ресерчи, снизили количество времени, затрачиваемого на продуктивизацию решения, потому что снизилось количество костылей, которые каждая команда генерит. Сейчас у нас из Next Steps это потестировать Kubeflow в качестве альтернативы для Kubernetes плюс Airflow. И мы смотрим в сторону разработки решения, которое бы позволило переобучать наши модели по триггеру из системы мониторинга. У меня на этом все. Спасибо большое за внимание.